Сейчас мы с вами находимся на бывшем футбольном поле, который относился к фанерному заводу непосредственно. Это было в 60-х, 70-х годах. То есть сейчас, на данный момент, как вы видите, поле не осталось вообще. То есть все разобрали, это где-то в 90-х годах. И то есть ничего не осталось, и никто возводить ничего не собирается. Сейчас, да, на данный момент нету ничего подобного, ни волейбольного, ни баскетбольного, ни футбольного поля, где можно было заниматься или тренироваться и играть. Команда довольно-таки объемная, но возраст у нас небольшой. Допустим, вот я один из самых старших остался, кто любит этим и увлекается. В основном у нас детки от 12 до, я думаю, 17 лет, не выше у нас. Любители прийти сюда поиграть в летнее время года, попинать мячик, позаниматься. Есть тренер, но сейчас пока что переключился он уже на хоккей. Так, в принципе, тоже периодически приходит, занимается с детьми, выделяет мячики, гоняет по кругу, по остаткам бывшего стадиона, как вы уже показывали. Людей достаточно, желающих очень много. Все бегают где только угодно, пинают мячик на ту же самую стенку дома, лишь бы чем-то заниматься. Очень много любителей поиграть вот, в футбол, в хоккей у нас. Заниматься сейчас данным негде, так как, видите ли, остатки от поля остались никакие, бывшая хоккейная коробка, при том, то, что еще и посыпана песком, в случае там, того же самого падения, дети в царапинах домой приходят, и потом родители начинают возмущаться, что где и как дети были. Играть негде, но хочется. Хотелось бы, чтобы хотя бы администрация нашего района советского немножко позаботилась о том, чтобы хотя бы данную площадку от старой хоккейной коробки как-то подсобрали, поставили какие-то ограждения, хотя бы какие-то небольшие там трибунки, чтобы, ну, где было переодеваться. И, ну, не знаю, завезли земли и немножко сыпали, чтобы уже дети бегали не по песку, а по той же самой земле, где растет трава.